квартиру отеля Азия. Вот такой вот розовый цвет. Друзья мои. Покажем сейчас вам территорию. Очень хороший заезд, удобный. И вот он, сам отель Азия. Азия потратила. Друзья мои, время 11 часов, начинается самая жесть. Пекло неимоверное. Как видите, башня Паттайя Парк находится тоже рядом, недалеко. Буквально общедоступной видимости. Вот такая вот дорожка, клумба. Непонятно. Различные елочки. Вот такие вот трамваи стоят, Форд Рейнджеры. Это в продолжение тематики автомобилей Таиланда. Спортбар у них свой, караоке. Паб, караоке. Можно вечером прийти. Я думаю, никто не запретит. И попеть песни на русском языке. Вот он холл, Азия Паттайя. Здесь хороший денечек. Водоем. Здесь довольно-таки хороший, приятный холодок. Вот идет помощник оператора. Поиск. Сейчас мы попробуем зайти в холл и поснимать поле. Вот холл, друзья мои, отеля Азия. Довольно-таки крупный холл. Большой информационный стол есть, где все указано, в отличие от аннекса. Новогодняя атрибутика, которая присутствует. Которая напоминает, что скоро у нас Новый год. Очень приятно. Прохладно. И большой ресепшн.
обслуживающим персоналом. Елочку еще наряжают. Давайте вокруг пройдемся, посмотрим. Мороженое продают тут же в холле, не отходя от кассы. 15, 20, 25 бат. Корм 80 бат. Это, видимо, лобби-бар, где можно выпить горячительный напиток. Здесь пока аншлаг. И удобные столики, друзья мои, музыкальная сцена. То есть по вечерам здесь, видимо, идет небольшое танцевальное шоу. Вообще я считаю, что неплохо. А тут у нас прям выход на пляж. Видите, аппаратура. Можно сесть, поиграть, послушать. Столовая основная. Хорошие столы. Орешки различные. Фонтанчик. Зеленирует к нему такой. Нет. Русские искусственные. Вот, можете здесь снять такое фото. Как птицу зовут? Феникс. Феникс. Молодцы. Вот помощник оператора мне подсказывает. Всегда интересное. Друзья мои, сразу выходите и попадаете вот на такую территорию. Мы сейчас посмотрим, есть ли выход здесь на пляж. Я думаю, что здесь можно попасть прямо на пляж. Есть фитнес-центр, пул и все остальное. Шикарно, да. Хорошая территория, друзья мои. Вот выход на пляж. Клифф-тор. Бассейн. Я думаю, что если бы мы даже зашли в бассейн, то никто бы нам ничего не сказал. Большая территория, друзья мои. Я даже не ожидал. И отель находится на первой береговой линии. Прямо на берегу моря. Сейчас мы еще подойдем к бассейну. Есть где отдохнуть, есть где посидеть, расслабиться. Почему-то очень мало народу. Вот смотрите, какой шикарный бар прямо в воде находится. И бассейн довольно-таки глубокий. Да. Несколько заходов в бассейн. Я наблюдаю один, второй, третий. Маленький бассейн, небольшая зона. Горка для детей. И очень большое количество людей, как вы видите. Время 11:16. В 10:50 мы вышли, друзья мои, от отеля «Маркус» и попали на территорию отеля «Азия». Вот такого розового фламинго.
заняли лежаки. Ну, видимо, кто-то на море купается. Мы сейчас пройдем к морю. То есть можно попасть в бассейн, поплавать. Непонятная водоустановка. Видимо, воду только еще наливают. Но глубина довольно-таки глубокая, я отсюда вижу. Вот, пожалуйста, вот на бортике написано глубина 2,10. Даже можно смело занырнуть. Вот там она пошла уже на меньшую часть. Фитнес-центр, пожалуйста. С 7 утра. Туалеты. Попробуем зайти в фитнес-центр. Вот такой вот фитнес-центр. Беговые дорожки. Неплохие. Я бы с удовольствием здесь побегал. Велосипед. Довольно-таки удобно здесь. Есть гантельки, есть тренажеры. Блины, можно штангу, хула-хуп. Пожалуйста, все работает. Подстраиваешь программу под себя и вперед. Ну а если вам захотелось выбить из кого-то дурь или представить, что вы убиваете, вы это можете сделать. Тут же можете посидеть. Я считаю, что неплохой фитнес-зал для своего отеля. Свежо, приятно. Взяли прохладительный напиток и вперед. Ну что, пойдемте дальше. Еще один, видимо, ресторан с кухней, чтобы можно было поужинать или позавтракать, или пообедать. Ну, скорее всего, здесь ужинают. Если вы по программе все включено, пьянг, и вот он выход на море. У отеля Азия есть свой спуск, есть свой выход, что мы сейчас и сделаем. Вот он пляж. Смело идете от отеля Nordic Family или Nordic Marcus с наших отелей, где мы сейчас отдыхаем, и попадаете на пляж. Вон, видите, рыбаки ловят рыбу. Шикарный вид, друзья мои, шикарный вид. Пока у меня только одни положительные эмоции от посещения этого отеля. Есть смотровая площадка, спуск. Ну, спуск здесь, конечно, такой крутой. То есть мы можем спуститься здесь, вот там вот спуститься и попасть на пляж. И вот там можем покупаться. Здесь уже совсем другая место. Сегодня небольшой ветерок. Я думаю, вы услышите ветер на записи. Давайте попробуем спуститься вниз и попасть на сам пляж. Спускаемся к морю. Довольно-таки удобные
ступеньки. Можно сделать остановку, кто устал, передохнуть. Ну, вместе все равно мы на середине. А ты прописывайся. Вот смотровая площадка, на которую тоже можно выйти вечером. Есть ступеньки. Можно выйти на любой уровень. Там, видимо, туалеты находятся. Вечером приятно отдохнуть, постоять. Надо прийти сюда вечером, посмотреть, какие здесь виды. Что, спускаемся дальше. И вот мы уже попали с вами на пляж. Не так много народу. Есть песочек, потом дальше чуть лежаки. Ну что, самое время осталось принять соленую ванну. Оставайтесь с нами, друзья мои, и вы посмотрите еще очень много полезного в наших путешествиях по Таиланде.